Вот угораздило же, невзначай родиться. Никто о том не спрашивал, родился человек. Ни рыбой, ни скотом и ни пернатой птицей. В чем преимущество, познаем напоследок. Как поистратились, о том не скажешь вслух. Какие выгоды имеют перед нами? Корова, гусь и топчущий петух. Проигрываем в отраслях и перед пнями. Что быть на уровне и всюду во главе, и царствовать над всей нынешнюю тварью, придется осознать, я божий человек, хотя мой вид и не совсем товарный. Измятый бедами и стисканный нуждой, едва полжизни с горем переможем. За каждым поворотом нас опасность ждет, и спотыкаешься, то спутан, то стреножен. Могу осмысленно обставить и конягу, работая руками, умной головой, с молитвой спотыкаюсь, чуть прилягу, иной раз от таких не воплю уже, а вой. Зависимо прирученная мною тварь ждет корм, мычит, мяукает и трется. Конечно, утешает, что я все же царь, перерисовывая их, как будто крестный. Привычно режешь, щиплешь или чистишь, а то это, ставшее изжеванным в утробе, нас радовало пением, своим весенним писком, и без нее мы сыты были вроде. Запахло жареным в адамовом меню, когда потоп окончился всеядный. Вегетарианцу счета нет отнюдь, что он белки животное причислил к яду. Вся тварь стеная мучится до ныне и ожидает славы сыновства палача. Никто не будет рвать тогда корове вымя. По-новому, по-райски, жизнь надобно начать. 17 июля 2007 года.